посвящена санкционированная акция организованная КПРФ на принятие участия ветеранов Великой Отечественной. При 3500 сторонников партии собрались на Пушкинской площади колонны 90-й улицы. К ним присоединялись представители оппозиции с белыми лентами. На митинге, который состоялся на Лубянке, наступавшие поздравляли собравшихся с праздником. И в конце выпуска срочный новости от агентства РИА Новости. Эй, красота моя. Индонезии, по уточненным данным, было 50 человек. Из них 8 россиян, 38 граждан Индонезии, 2 итальянца, француз и американец. Эти цифры приводят в федеральный кризисный штаб в Джакарте. На этом пока все. Новая информация и итоги дня в программе «Время». Я прощаюсь с вами до завтра. Пил. А, Вика. Инко. Ну дай ей шарик. А если лопнет? Ну и что? Обсерится. Ну и ладно, сирится. Я сама отселась. А ребенок-то вообще не обосрался, мол, никак. Да, отнимаю у нее. Фу, бля. Все, я выключаю. Да.